Сборы проходят, ну, как нам кажется, что очень позитивно, в хорошем ключе, в рабочем. Ребята проходят этот сбор без особых травм, без мышечных, да, потому что нагрузка все-таки она дается на этих сборах неплохая, но в целом дозировано все, да, с хорошим восстановлением. Мы видим, как ребята относятся, достаточно профессионально это все делают, поэтому радуют они нас. Это первый опыт и в моей, как бы, профессии, в моей тренерской карьере, такой длительный срок сборов для ребят, тем более. Вот. В сравнении с Москвой, ну, здесь условия, да, хорошие, которые мы... Погодные условия хорошие, нам очень повезло с погодой эти там 21 день, пока мы здесь находимся. Солнышко нам помогало в работе. Вот. Минусы? Ну, наверное, минусы – это не явные. Это ты скучаешь по своей семье, по жене, по деткам, которых иногда только видишь по видео. Вот. А плюсы? Ну, плюсы есть. То, что есть много времени на творчество, на общение с ребятами, там, проведение теоретических занятий. Вот. Много что-то там попробовать, стандартных положений понаигрывать. Поэтому интересный опыт, новый. Посмотрим, что из этого выйдет. В планах на сборах у нас было это подготовить ребят функционально, подготовить их тактическим нюансам. Вот, поэтому я считаю, что потихоньку, полномерно все это получается, да, реализовывают наши идеи, и мы видим, насколько они уже их не зазубривают, очень важно, а понимают, да, и их внедряют в играх, в тренировочном процессе. Это, наверное, более важно, чем просто выучить и показать, куда кто бежит. Принять через себя – это наиболее весомее. Ну, я, конечно, буду обманывать, если скажу, что нет. Да. Хочется всегда, чтобы здоровая конкуренция была. И до конца сборов она висела, да, над ребятами, так скажем. Да. Никто ее не любит, но она сейчас у нас очень здоровая, и они в ней растут. То есть у нас на каждую позицию по два футболиста. И, ну, я на самом деле не могу сказать прямо, кто вот он или он будет сейчас играть там центрального полузащитника, условно, или нападающего. Новички проявляют себя хорошо. Да, хорошо, влились в коллектив. Есть ребята, которые постарше к нам влились. Это из «Родины 2» и Ваня Рапаков, и Макс Пичугин. Из «Родины Медиа» Макс Швагерев, который, конечно, с таким опытом. И нам помощник большой не только на поле, но и внутри коллектива. Выглядит очень хорошо, как папка там какой-то. Зашел, сказал, и все сразу отреагировали, никто не спорит, ничего. Так скажем, это некий аванс для ребят. Да, для других тоже важно, ребят, чтобы видели, что футболисты 8-го уже года потихонечку в заявку входят. Но нельзя забывать, что у нас есть и в 6-м году. Не так много, но есть ребята, которые также у нас тренировались. И мы за ними смотрим в 2007 году. Вот, пару-тройку футболистов, которые тоже нам интересны в ближайшее даже время. Поэтому подпитка из академии, она будет. Это точно. Сейчас нужно там набраться терпения определенного. Да, заявка уже закончилась, но в тренировочный процесс мы будем их обязательно включать. А болельщики Родины, пожалуйста, приходите поддержать. А в первом матче уже чемпионата с московским «Динамо», который состоится 3 числа, 3 апреля. Мы вас очень ждем, надеемся, что мы вас не подведем. Будем делать все для этого. Так что вперед, Родина!